Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы продолжаем вас знакомить со стратегиями для торговой платформы брокера Quotex. Перед началом торговли бинарными опционами не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10. Следующая стратегия для Quotex – Эверест. Стратегия для брокера Quotex под названием Эверест включает в себя два популярных и эффективных индикатора – Envelopes и Stochastic Oscillator, которые позволяют определять самые высокие и низкие цены для покупки бинарных опционов. Плюсом данной стратегии является то, что эти инструменты есть на торговой платформе Quotex, и торговать по ней можно без помощи терминала MetaTrader 4. Также она имеет очень простые правила и подойдет новичкам в трейдинге. Описание и настройка индикаторов на платформе Quotex. Индикатор Envelopes, который еще называют конвертами, основан на скользящих средних, которые образуют канал, напоминающий другой канальный индикатор Keltner Channels. Но работает он по другому принципу, и один из мувингов смещен вниз, а второй вверх. По итогу, чем выше волатильность рынка, тем больше смещаются средние. Индикатор Stochastic является более популярным и представляет собой осциллятор, который сравнивает текущую цену с диапазоном цен за указанный период времени. Если говорить проще, то он показывает зоны перекупленности и перепроданности. Перед добавлением данных инструментов технического анализа на график необходимо поменять их настройки. Envelopes в этой стратегии используются с такими параметрами. Период 20, отклонение 0,1. Остальные параметры остаются без изменений. Stochastic Oscillator стоит добавлять с такими параметрами. K период 5, D период 3, Smoothing период 3. Остальные параметры остаются без изменений. Правила торговли и сделки в Quotex. Сразу стоит отметить, что лучшие результаты по стратегии Эверест можно увидеть при торговле по тренду, но это не является обязательным условием. Опционы Call покупаются когда? Первое. Стохастик находится ниже уровня 30, и его линии начинают пересекаться и направляться вверх. Второе. Цена находится ниже индикатора Envelopes. Опционы Put покупаются когда? Стохастик находится выше уровня 70, и его линии начинают пересекаться и направляться вниз. Цена находится выше индикатора Envelopes. Таймфрейм, который стоит использовать 5 минут, хотя не запрещены и другие таймфреймы. Экспирацию стоит использовать в 3 свечи. По итогу можно видеть, что данная стратегия для брокера бинарных опционов Quotex Эверест действительно является простой в понимании и применении, так как содержит всего несколько условий для совершения сделок. Но не забывайте, что любую стратегию обязательно нужно тестировать на демо-счету, а также придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. Ссылки на указанные статьи будут в описании под этим видео. Подпишитесь на наш канал WinOption Signals, чтобы не пропустить интересное и полезное видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!